иметь возможность пропустить 4 мяча. Но, в общем, наверное, все понятно. И о том, кто здесь фаворит, долго распространяться не следует. Ну и Милан сейчас пытается отжать игру на половину поля соперника. Алессандро Костакурта, Мартин Лаурсен, Серджиньо и Кристиан Брокки. Удар поворотом Диде и 1-0. Вальтер Пандиани. Ну что, Депор совершал европейские чудеса. 4-3 мы все помним после 0-3. Такую свободу перед собственной штрафной давать очень опасно. Рикошет, и вот едва счет не стал 2-0. Вполне мог. Теперь очень опасный выход Кака. Удар поворотом, и мяч летит мимо. Опасно и сходу, если бы был удар, было бы вообще супер опасно. Но и так достаточно. Дида спасает Милан. Пока смотрим очередную атаку Депортива. Удар поворотом, и опять великолепен Дида. Виктор. Собственности Депортива. Еще один навес, удар головой, и счет становится 2-0. Ну что, у нас вчера фантастики, что ли? Ликует Риасор, и сейчас остается... Или место на Сан-Сиро две недели назад. Вот как так можно было сыграть в обороне, совершенно непонятно. И 3-0. Луке уже за один тайм Депортиво решает свою задачу. Нет, это форменные чудеса. Просто форменные. В непосредственной борьбе за какое-то распределение мест здесь не участвует. Удар поворотом, и 4-0. И это автогол. Хотя запишут, может быть, и на Франа, которая выиграла дома 4-1. После этого уже бессмысленно какие-либо разговоры. Наконец-то следует нормальный удар поворотом. Руй Кошта, который... Инзаги, Инзаги даже никакой попытки шагнуть ничего не сделал. Гатузо, Инзаги! Это было бы чудо. Да. Урсмайер второй раз фиксирует чудо на стадионе Риасор. На месте болельщиков...